Сегодня в штаб-квартире объединения муромских предпринимателей прошла очередная рабочая встреча представителей окружного бизнеса с представителями администрации округа. Предприниматели приходят на эти встречи со своими болями, нуждами, интересами и беспокойством о людях. Если кто-то думает, что вести свое дело легко и всегда архиприбыльно, тот глубоко заблуждается. Широкое знание проблем ведения дел на встрече продемонстрировал заместитель главы округа по экономической политике Александр Крайнов. Именно с ним сегодня откровенничали деловые люди. В бизнес-сообществе то и дело возникают сложные, запутанные и неотрегулированные вопросы между хозяйствующими субъектами, которые иногда, слава богу, можно решить без применения физических и юридических сил. Всего лишь достаточно власти выслушать, подсказать и принять правильные решения, так как благосостояние округа в целом складывается из благосостояния живущих в нем людей, в том числе и тех, кто занимается бизнесом. Именно в этом видится солидарная социальная ответственность бизнеса и власти. Большое спасибо Евгеньевичу, что он все-таки проникся вот этой необходимостью. И для него это очень важно, и для нас это очень важно, и как для объединения, и как для предпринимателей. Они наконец-то нашли вот возможность встретиться с главой. Не как там говорят, надо за месяц записываться, сидеть приемные, там еще что-то наговаривают. А сегодня они в среду, вот не так уж много людей, это, ну 5, ну 10 там человек там. Многие не знают, многие не верят. Мы им говорим, ну приходи в среду, у нас встреча. Очередная рабочая встреча предпринимателей и сотрудников администрации округа состоится в следующую среду. Михаил Видонов, Николай Молодёнов, Муромский Меридиан.